С вами Retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Станислав, расскажите, пожалуйста, о своей компании, чем вы занимаетесь? Добрый день. Компания наша называется «Кухонные инновационные технологии». Существуем мы с 2011 года. Основной профиль – это проектирование предприятий общественного питания различного формата, от мелких предприятий, кофейни, кафе, да, крупных – это фабрики кухни, столовые, ну и рестораны. Посетили данную выставку, очень интересная, насыщенная, с целью изучения рынка торговых центров и присутствия предприятий общественного питания на их площадях. Вот вкратце как-то так. Спасибо большое за ваш ответ. С вами Retail.ru. Не переключайтесь.